Друзья, всем привет! С вами Рик, который работает и кайфует в городе Санкт-Петербург на желтом Volkswagen Polo T085MK. Итак, у нас 27 октября, и у нас погасли обе лампы. До этого у меня одна лампа не горела, вот. И тут в итоге хотел выйти на смену, у меня обе лампы не горят. Ну, вы знаете, какой это штраф. Вот. Хотел, значит, поехать на сервис, уже почти доезжаю. И такой думаю, не, наверное, я попробую все-таки сам поменять. Вот. И, значит, вот я сейчас встал. Вот. У меня вот такой вот наборчик таких вот шестигранников, звездочек. Вот. Ключи у меня все с собой есть. Купил я, значит, вот две лампочки ближнего света. Значит, они мне обошлись где-то по 250 рублей примерно. Вот. Ну и, соответственно, не знаю, сколько бы мне обошлось, но я думаю, где-то в районе 500 рублей примерно берут, там, плюс-минус. Ну, захотел самому сделать, потому что я много раз видел, как их меняют, и на самом деле ничего сложного нет. Я сейчас вам покажу наглядно. Я думаю, будет интересно, если кто умеет, вам вообще респект. Ну, а кто не знает, вот, пожалуйста, можешь самому поменять. Ну что, приступим. Так, нам обязательно понадобятся вот такие вот звездочки. Без звездочек у нас не получится. Вот, раскрутить надо вот эти два болта. Вот, и снять фару. Кто-то меняет ее вот так вот, но тут не получится подлезть. Поэтому нужно будет ее обязательно снимать. Сейчас мы раскрутим ее. Так, после того, как мы раскрутили болты, мы снимаем вот этот шлейф. Вот, проводок от него идет. Вот его отсоединяем и снимаем фару. Так. Значит, вот у нас тут держится она на саморезиках. Берем отверточку. И раскручиваем вот этот болтик, вот этот болтик тут держит кронштейн. Главное, болтики не просрать, как тут мы просрали, их не до конца раскручиваем и вот так вот достаем вот эту тему. Оп. Так, что у нас тут с лампочкой произошло? Да, вот она перегорело. Ну ничего, значит, мы снимаем вот эту лампочку и ставим новую. Все, вот мы поставили новую лампочку. Тут ничего в принципе сложного. Вот здесь вот единственное, что вот тут вот такой вот язычок, здесь выемка, а вот здесь закругление с одной стороны, и обратно вставляем. Вот саморезики, чтобы ими можно было прижать. Вот. И обратно. Так, все, мы поставили. Главное, вот эти язычки. Надо лампочку чуть повернуть, чтобы саморезы держали вот эти язычки, чтобы лампочка не болталась. Вот. Все, она держится отлично. Теперь ставим ее на место. Вот. Единственное, что у нас резинового тут кожуха нету. Там есть эта лампа. Вот. Уплотнитель. Вот. А на этой нету. Ну ничего. Мы потом новый купим. Вот. Все поставили обратно. Берем этот шлейф. Обратно его вставляем и болтики все обратно прикручиваем. Вот здесь также надо будет прикрутить,
Сейчас, не знаю, какой-нибудь посмотрим или выкрутим вот отсюда, например, сюда поставим. Потом новый купим. Итак, все работает, вот. Лампочка горит. Все отлично. Вот так вот. Можно было самому сделать это все за 10 минут.